Доброе утро. Этот Израиль, это просто что-то с чем-то. Посмотрите, ну это вообще нормальная погода. Тут жарко, уже полное лето. Тут посмотрите, что творится. То есть Дина. А у нас тут, видите, как-то пальма я люблю. Нет, это тоже там холодно, наверное, градусов 5. Это вообще... Слышите, как задувает? Это вообще, конечно. Пойду на работу. Я не представляю. Орешка, я здесь. Погодка. Смотрите, какое у нас туманище. Красивый там. Мы дружно всей семье кушаем вот такие вот сухарики. Мы их очень любим. Они вроде не особо, не как чипсы жирные, в общем. О, Тимоя сладкая. Она их очень любит, в общем, мы их все любим. И Дона любит, и мы любим. Доброе утро, у нас кто-то тут прыгает. Ну, поднимайся, прыгай. Ну, ты прыгаешь, прыгай, иди прыгай. Дай играть спокойно самой. Вздохнуть от тебя немножко. Давай. Прыгай! Ты идешь прыгать? Ло-ло-ло-ло-ло. Нет, так не надо. Там ты можешь упасть. Давай. Давай. Раз. Наше утро начинается с прыгания. Ну, давай. Ну, я тебя снимаю. Ты же... Оп! Доброе утро, с вами еще сегодня утром не здоровалась. Я уже на работе. Нужно срочно продолжать закончить эти зарплаты. Кстати, мамочки, чтобы вы знали, мои дети очень любят iOS, вот эти вот кругленькие гигиенические помады для рта. Девочки, Шайли. Ну, потому что у меня есть много прелестей. В общем, она их очень любит, так что да, учтите на заметку. Кстати, хочу показать блеск. Купила блеск Кико. И я могу сказать, что он достаточно популярный блеск, но он мне не понравился. Вообще, у меня есть целая куча косметики, которая мне не нравится. Наверное, я сниму отдельное видео. Хотите? Говорите. Что еще хотела сказать? Еще хотела сказать, что сегодня у нас нянечка. Наш Уарий. Господи, путаю их вечно. Уарий уже нет температуры почти 48 часов, поэтому, ну, как бы... Нам вообще можно в кибуце, чтобы, если у человека температура, у ребенка, то его можно, чтобы к ним кто-то шел в контакт после 48 часов, что нет температуры, но нам разрешили, чтобы нянечка пришла пораньше. У Арии не было температуры где-то 36 часов, чуть-чуть так. Так что нормально, так что сегодня нянечка, Нецер с ней. Вместе с нянечкой, он с Арией, нянечка больше с Шайли, Шайли там ее. Пойдем сюда, смотри мои игрушки, давай попрыгай, давай это, сними обувь, сними тости, иди сюда. В общем, Шайли ее замучила. Но так или иначе, это как бы намного проще, когда еще дома кто-то есть, мне так спокойнее, так я могу полностью, как сказать, с головой уйти в работу и не думать, что там дома происходит, вот. Так что да, хорошего дня. Ну, на работе перекус. Люблю вот такие вот перекуски. Это финики, внутри наполненные арахисовым маслом. Боже мой, извините, если я плохо говорю. В общем, вкусненькие. А я уже пришла домой, у меня закончился рабочий ненормальный день. Эти просто первые дни месяца каждого. Это просто бог. Не люблю эти дни. Потому что на работе просто я... Поэтому очень поздно сегодня просто не дышала на работе. Никуда не ходила, просто сидела целый день, работала и успела, ну, наверное, 25% из того, что думала, что успею. А у нас появился тем временем дома новый друг. Сейчас я с вами поделюсь. Ахал, новый друг! Давай, открывай. Открывай. Нина, папа откроет, открывай. Ой, дозвели. Сейчас будем открывать. А где мама? Где с другой стороны. Тут здесь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
Раз, два, три, четыре. Та-дам! Это Юпи! О, надо, чтобы Шарис его дубить. Шалюль, аккуратно, сейчас будем. Дубить за хадаш. Отсканируй с помощью камеры, телефона или камеры. Интересно, посмотрим. В общем, да. Приобрели новый пылесос. Арюшу! Ой, Шаля, отстань, ты же от нее. Дай ей самой. Дай ей самой, Буби, отстань, отстань. Ну что, у меня новый друг. Я безумно довольна пока. А что вам сказать, конечно, ощущения совсем другие. В плане того, что... Ну, посмотрите, вот. Это, конечно, выглядит ужасно. Ну что, правда, как есть, так есть. Посмотрите, сколько грязи. А, я пылесос почти, я вам говорила, ковер через день и все остальное, в общем, очень часто. Но так или иначе, конечно, жесть-жесть, ребята, это, конечно, круто. Я пока насадила эту попробовать сам диван, просто немножко пропылесосить, и большую пробовала ковер. И, в общем, какой он мощный, он просто мощный зверь. Вот, в общем, ну и, конечно же... Шайлик. Коробка это самое интересное. Ну вот, хочу в двух словах вам показать весь набор, то, что здесь пришло. Это все насадки. Здесь рассказывается, как пользоваться, что пользоваться. Хотя для чего каждая насадка нигде не прописана. Нужно, наверное, поискать на сайте. Там также есть, нужно отослать гарантию. Или можно, по-моему, онлайн заполнить. Я точно уже не помню. В общем, есть вот эта вот остановка. Не знаю, как правильно это назвать по-русски, простите. На иврите это таханата гина. Это, в общем, как сказать, стержень остановки, куда ты его вставляешь, и там он заряжается. И сама эта остановка, она присоединена к розетке. Но также можно такую вот штуку пришпандорить на стенку, и тогда туда тоже так же вставлять. И сам этот шнур сюда вот продвигается, отсюда выходит, и таким же образом работает, как сама эта остановка. Это как остановка, это, да, называю так остановкой, мое слово. А, она шла как в подарок. Можно было выбрать там три подарка, и это и мы выбрали. То есть я выбрала вот этот подарок. Можно было там еще какие-то наборы выбрать для машины, для всего, но мне показалось, что когда есть столько всего, еще набор для машины, это будет для нас, по крайней мере, лишнее. А вы видите уже, сколько грязи в нем собралось, потому что я уже пропылесосила наш диван. Конечно, с дивана вышло все любые крошечки, все он съел. Такой мощный наш пылесос бывший, конечно, к этому примерно даже не сравнивается. У него, в общем, идет сам пылесос. Этот сам шест, он снимается с двух сторон. Снизу насаживаются насадки, если вы хотите его как, ну, свысока держать. А если вы хотите к чему-то близкому, то этот шест снимается очень легким нажатием. И вот эти насадки, они вот сами вот сюда пришпандориваются. Вот. Что я уже попробовала? Конечно же, попробовала на ковер самую жесткую. Это он, этот ковер прямо всасывает. Да. Ну, я даже не хочу сравнивать с нашим пылесосом, потому что нечего сравнивать. Это не то же сравнение. Наш пылесос, ну, в раз 100 хуже делал это. Ну, вот серьезно вам говорю. Это насадка для машин. Вот она даже где-то здесь есть. Вот, вот она. И также я ем диваны. Свой диван сделала. Отлично высасывает. Можно видеть мои волосы. Эта насадка, я до сих пор не поняла, для чего. Нужно понять. Если у вас есть Dyson, расскажите. Она очень-очень мягкая. Такая гладенькая. Приятная. Для чего она? Для пола. Я даже чуть не представляю, для чего она такая. Вот. Еще здесь есть насадка. Вот это вот, как показывается, что аж паутину. Прям можно с ней снимать. Вот такая вот она как-то, по-моему, там... вот она как-то так делается. Еще интересно. Не пробовала, еще не знаю. Есть стандартные. Вот эти, по-моему, насадки. Они очень-очень стандартные. И тоже пока не пробовала. И вот это вот уголки, которые можно пыль в уголках, в грязь. Еще говорят, что можно ей рельсы окон мыть, да? То есть между окон, где скапливается грязь, особенно у нас, потому что в зале такие окна, которые как на рельсах. Как на рельсах, если понимать, что я имею в виду.
И там после зимы, я вот, может быть, сейчас попробуем. Очень скапливается много грязи. Говорят, что можно им, что он прям высасывает. Не знаю, мой пылесос бывший вообще все, что на 2 сантиметра выше, не высасывал никаким образом. Никогда я все окна всегда мыла вручную. Вот. Это, в общем, это набор. Что еще сказать? Ну, он как бы легкий, говорят, сколько он? 3 килограмма, даже не знаю. Ну, легкий, да. Сейчас, по-моему, все легкое. Я как-то на это не особо внимания обратила. Он удобно в использовании. Он как, так сказать, как пистолет. У него вот нажимаешь, и так он начинает работать. Это рычажок. Здесь у нас есть экранчик, который показывает зарядку. И можно менять мощность самого пылесоса 3 раза, то есть она автоматическая мощность средняя, есть экономичная мощность, есть сильная мощность, именно вот это я делала для дивана, для машин, да. Он открывается в мусорник, тут где-то написано, может быть, не здесь, как его нужно чистить, как его нужно мыть, это здесь это большое написано, как его чистишь, как его моешь, что значит наполнение максимум, в общем, все это нужно еще понять, почитать. Я, конечно, никогда в жизни не читаю все вот эти инструкции. Я всегда люблю... Видите, тут написано, как его нужно мыть. Я как раз себя это спросила ночью. А как он вообще моется? Слава богу, моей подруге близко есть тоже Dyson 11. Она наверняка это знает. Кстати, хочу сказать, я купила его после... По вашим советам, по советам своих друзей. Потому что я видела... в интернете отзывы, которые я читала, я сомневалась по поводу него и Wax Blade Arba, но в Израиле Wax Blade Arba нету, а есть Wax Blade 2, и я не хотела как бы покупать старую версию, хотя говорят, что Wax Blade 4 сравнивается с Dyson практически один в один и стоит в полцены дешевле. И в Израиле Wax Blade стоит полцены дешевле, но нету 4, а есть 2. И я как-то в напряг не хотела покупать старую модель. Вот. А пылесос новый нужен был, потому что, ну, вы сами понимаете, в доме с собакой, с ковром, с двумя детьми. Это то, что мы используем каждый день. И на это как бы, ну, не нужно жалеть, а нужно получать удовольствие и купить то, что подходит нам, вам. Вот. Хочу попробовать окна. Сейчас мы это сделаем. Наверное, покажу, как провод подсоединяется. Видите, провод, он как бы идет сзади по всей длине до шеста. И вот здесь он выходит. Как бы мы его вывели сюда, вот так выходишь, и так на него насаживается сам пылесос. Давайте вместе с вами как-то вот покажу, как это насаживается. Вот так. И вот я посадила вот эту насадку. Сейчас попробую пылесосить окна. Сейчас мы посмотрим, если это будет работать. Видите, вот то, что творится здесь? Мой пылесос тот не пылесосил. Хотя, честно скажу, сейчас я думаю, у меня не было такой насадки. У меня пылесос туда просто не влезал. У нас здесь растет сосна. Вот она. И эта сосна, это просто... Ба! Она просто вот делает грязь своим цветением, своими иголками. Постоянно. Слушайте, я его включаю. В общем, как вы видите, ну, он высасывает, но тоже не так просто. Эти иголки, конечно, не так просто высосать. В плане шума у него он такой. Мне кажется, что он не очень шумный для пылесосов. Мой пылесос прошлый, конечно же, в 100 раз шумнее. Мне кажется, что он достаточно тихий. Я его включаю, даже когда мои дети спят. Поэтому в плане шума я, по крайней мере, довольна. Кстати, вот нормальное название модели Dyson V11 Absolute. Давайте вместе с вами попробуем одеть все обратно одной рукой. Значит, я снимаю эту. Теперь берем вот этот большой шест. Я даже не знаю, как это правильно назвать. Шест, палка. Держать. Окей. Теперь мы его как-нибудь держа так. Оп! Сюда засунули. Видите, как все просто? Это вообще шикардос. Что же так просто? Ребенок, аккуратно. Теперь это аккуратно. Ах, нет, просто не держится Миша. А, смотри, мы теперь думаем. Вот так. Надо буду держать. Аккуратно. Рюша, 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 Рюша. Алиса, убери. А, подай. Все. Что такое? Все? Окей, я его засунула. И теперь...
хочу показать, как он становится. Значит, облик. Облик. Оп, и сюда. И, видите, сразу эта синька включилась. Все. И вот так он мило стоит. Что? Чего ты кричишь? Хочу вам показать, какой у меня пылесос был до этого. Вот такой вот вакс. Вакс. Кордлесс. То есть беспроводной. Обыкновенный. У него такая батарейка. У них есть две штуки этих батареек. Есть зарядка в другом месте, где я просто их заряжала. Хватало примерно на 40 минут, час, может быть. Достаточно долгая жизнь батарейки. Вот. В общем, он такой. Здесь у него эта ручка, которая, она у меня, видите, сломалась. Но она вообще вытаскивается. К ней присоединяется вот этот провод, который снизу. И потом на эту ручку можно было насаживать насадки. А, он был удобный. Я его любила. Я его до сих пор люблю. В общем, он был удобный вот таким вот образом. А вы такой, наверное, видите в разных гостиницах. У них что-то наподобие есть. В общем, удобный, но он перестал. Он потерял свою мощность абсолютно. Несмотря на то, что фильтры я чистила, их можно мыть, усушивать. То есть, так или иначе, он потерял свою просто мощность. Ита! Ита! Это пылесос! Знакомься! В общем, да.